Заряженные на победу участники футбольных команд и, конечно же, боевой настрой. На центральном стадионе в Одинцове встретились «Амкал» и «Брок Бойз». Они сразились в матче в четвертьфинале медиалиги. Будут смотреть все это сотни, тысяч или даже миллионы людей, чтобы о городе знали, как о городе победителей, о парнях знали, как о людях-победителях. Я считаю, что мы все в этом году делали правильно и заслуживаем сегодня выиграть. Но соперник звездный. Игра стала по-настоящему масштабной. На трибунах 2500 болельщиков, а в интернете за игрой в это время наблюдали 120 тысяч человек. За все время матчи у «Броков» уже даже появились свои футбольные традиции. Я хожу на все матчи, кроме первого, все 6 победных матчей. Я надеваю эти кроссовки, эти штаны и эту футболку. Основное время игры завершилось со счетом 0-0. Но если матч заканчивается ничьей, назначают булли-тальти – смешение пенальти и буллитов. К сожалению, здесь приметы не помогли. 3-1, но в пользу «Амкала». Именно эта команда вышла в полуфинал медиалиги. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».